В этом видео на примере эксклюзивного рингтона iPhone 10 я расскажу, как собственноручно создавать мелодию на звонок для iPhone и на iPhone из любых источников. Будет интересно, устраивайтесь поудобнее. Для начала необходимо скачать два бесплатных приложения. Первое – браузер со встроенным менеджером. Я рекомендую Aloha. Программа уже попадала в одну из наших подборок топового мобильного софта. Второе приложение – мини-студия звукозаписи GarageBand. Разработка Apple, поэтому и бесплатно. Запускаем Aloha браузер. Вставляем ссылку из описания и скачиваем рингтон. На самом деле можно использовать и любую другую музыку со смартфона. Скачанный файл из папки с загрузками экспортируем в штатное приложение «Файлы», которое появилось в iOS 11. Там находим папку GarageBand. Далее открываем GarageBand и во вкладке «Дорожки» выбираем «Аудио рекордер». Переключаемся в режим «Дорожек» и тапаем по иконке с петлей. Скачанные файлы из сети отображаются во вкладке «Аудио записи». Источник на самом деле можно выбирать любой, хоть штатное приложение «Музыка». Располагаем рингтон на дорожке, щелкаем по галочке и жмем «Мои записи». Останется экспортировать готовый проект в виде рингтона. Финальный штрих. Открываем «Настройки», «Звуки» и «Тактильные сигналы» и выбираем новый созданный трек. Радуйтесь, теперь вы не такой, как все. На этом все. Если хочешь больше полезных роликов на канале, ставьте лайк, а в комментариях предлагайте свои темы. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Разумеется, если подпишетесь. Пока-пока.